Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Вот смотрите, в донатах вы можете, вот я когда играю в игру, допустим, я вот буду проходить, есть такие функции для интеграции с зрителями, смотрите. Вот, есть такие вот возможности. Вы можете там, ну, где донатите, выбрать следующее действие. Крипера призвать мне, допустим, да, и вот стоимость. Я не знаю, сколько это стандартная стоимость, это не рубли вроде как. Железный голем, там, короче, призывы всяких мобов. Выдать предметы, вот смотрите. Вы можете посредством доната, ну, со мной как бы взаимодействовать, понимаете? Вот. Тихо! Так, ну что, вот смотрите, к примеру, пасеки. Вот он я, Жмышенко, да? Вот он я, смотря, Олмен. Видите меня, Олмена? Это я, Олмен. Ну, знаете, да, меня, Олмен. 54, 2000, смотря. И вот, допустим, я хочу, допустим, побаловаться. Я беру так вот, я сейчас, знаешь, кого призову? Дождь из скриперов. Тест-крипс активирует дождь из криперов за 399 битсов. Поняли, да? Поняли, да? Допустим, хочу, допустим, Тест-крик, иссушителя Вардина и дождь из мобов. тест-крикс активирует дождь из мобов за 399. Восстановить здоровье это вот убить врожденных мобов. Тест-крикс активирует убить враждебных мобов за 399 битсов. О! Видите что? Создать яму ловушку. Тест-крикс активирует Ой! создать яму ловушку за 399 битсов. Ой, блядь! Яшка, сука, подползает. Боевой комплект, ну-ка. Тест-крикс активирует боевой комплект за 399 битсов. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Это же обычный донат. Марс Локи активирует группа рейдеров за 450 рублей. А, вот. Да, работает. Я тут больше нету, чем только доллар крипов собака, призывать, больше чем убивать. доллар собака, больше чем А, доллар боевой собака, комплект. больше чем доллар собака, больше чем Тест-крикс доллар активирует собака, боевой больше чем комплект доллар за собака, больше чем 399 доллар битсов. собака, больше чем доллар 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 собака больше чем доллар собака больше чем доллар Мирон Яныч каких-то что-то призвал мобов, но я в туннеле, меня не видно. Так, хорошо, мне сейчас это когда для старта себе шмотки сделаю. Тест-крипс активирует приготовленная еда за 399 битсов. Вот, еды чуть-чуть себе. Мод активирует уронить наковальню за 100 рублей. Сосать, мимолетка, Челикс. Локи активирует создать яму ловушку за 500 рублей.
Раз. На, пошел. Цель какая на игру? А, в смысле, я вообще думал убить этого иссушителя. Концерт активирует Пощейна за 150 рублей. Ну, пощечина 150, это реально дорого. Ну, дорого, да, надо сейчас понизить цен, это жесть. Найти алмазы, допустим. Ну, алмазы найду, потом уже, ну, я просто не могу себе спамить алмазы. Концерт активирует невидимый крипер за 85 рублей. Ну да, так вообще смысла нет, это не меня будут ебать и все. А, ну хоть хорошо, что рядом упал. Потому что... Мут активирует невидимый крипер за 85 рублей. Мастроки активируют дебаф зрения за 150 рублей. Блять, пиздец. В чем прек, ебанько? Я так не смогу играть. Где мой лут? Ананасик активирует уронить наковальню за 50 рублей. Ебать, блять. Еще и шмотки попалил, пидор, да? Мразь. Но мне кажется, не... Комплект активирует восстановить голод за 35 рублей. О, спасибо. Цель такая, найти алмазы за 2 часа. Если не нахожу за 2 часа алмазы, то... Мастерлоки активирует приготовленная еда за 35 рублей. О. Спасибо. Короче, два. Ну, давайте так. За 2 часа. Найти нужно алмазы за 2 часа. И если не нахожу, то скидываю фотку прически. Марселотти активирует обычный крипер за 50 рублей. Чё, сука, наделала, мразь. Чё это ты за хуйню сделал? Конкрет активирует ловушка из паутины за 75 рублей. Я сейчас повышу, нахуй, это мне не надо. Нет, ну как мне играть-то? Я не найду даже за 10 часов алмазы таким успехом. Я сейчас просто повышу донат. И что делать-то теперь, ебанько? А, это тыква на голове. Ловушку за 250. Это тыква ебаная на голове. Я думал, муха укусила. Давай. Да блядь, да нет, ну... Дерево и уголь нужен тогда. Кирка. Ну да, кирка сейчас сделаю. Золотая жила. Игроку за 350 рублей. Чего? Чего только что было, мама? Активирует тотем бессмертия за 150 рублей. Тотем бессмертия? Кирку мне прихуярили, спасибо. А что такое тотем бессмертия? Как его применить? Пацаки, что такое тотем бессмертия? Нихуя себе.
Ну все, я теперь полез. Все, пасеки, Нижневартов ждет меня. Я за алмазами. Так, мне нужны факелы срочно. Мне нужны факелы. Печку, блин, я печку не брал. Доски есть, сейчас я печку сделаю. Матросик, на голову за 150 рублей. Блять. Сука, тотем, да. Спас меня. Сука, почему факелы не могу сделать, родные? Палки, потому что надо кинуть девкам. Эрнанус активирует взрывное самоуничтожение за 600 рублей. За сколько? Ёбаный в рот, блядь. Ну в чем проект, блядь, я не понимаю. Где я был? Видишь, что они... Я уже почти сделал себе то, что хотел. А они начали хуйтой заниматься. Опа! Активирует золотое яблоко за 60 рублей. Во! Во, вот, вот, вот это ты вот. Вот это я одобряю, действительно, молодец. Вот это правильно, дорогой друг. Во, и факелы. А что за золотое яблоко, что дает? Ладно, все, в Нижневартовс пошло. Не копай под себя, я тебя учил, сынок. Я тебе сейчас натяру. Активирует удалить предмет в руке за 150 рублей. Пидорас ебаный. Хули теперь делать? Обратно хуярить. Братишка, мазло тебе не мать и там подкинуть чё? Ну типа на ход ноги. Ну я имею в виду пацану моему. Майне. Марслоти активирует шахтерский комплект за 75 рублей. Ла, спасибо, дорогой мой. Жрать. Жрать. Человек хочет жрать. Затем бессмертие за 150 рублей. Нихуя? Это их сколько тут? Это что за божья искра? Эрнанус активирует Пощейна за 75 рублей. Ебать, ты ему поднасыпали челиксу. Нижневартовск идет. Марслоти активирует очистить инвентарь и убить за 1000. Активирует рублей. Пошли нахуй. У меня еще час, больше часа еще. Дай хоть кирку сейчас. Кирку набор дай мне для дерева, для земли. За 250 рублей. Марзелоти это Ролинка, чтобы мы донатили ему. А кто такая Ролинка? Можно еще мне этих самых бессмертия? Уборщик Путина активирует телепорт мобов к игроку за 350 рублей. Давайте, дорогие, у вас сейчас день не закончится, я все равно найду алмазы. Я тебе донат отправил, чек позже. Ага. Сейчас.
Сори, блин, я отключил, когда спам был. Скам, спам, блядь. Я мама тоже наскамил. Ну вот как играть? Алмазы смотрим, высматриваем внимательно алмазы, пацаны. Есть алмаз! Сосать! Марс Локи активирует очистить инвентарь и убить за 1500 рублей. Я нашел алмаз, долбоёб! Я нашел алмаз, это не считается, гнида! Я нашел алмаз, крыса! Я нашел алмаз! В смысле не добыл? Я нашел его! Да иди ты нах! Сука, найти бы, где я был, я бы сейчас бы забрал бы тут алмаз. Эрнан активирует случайные мобы за 25 рублей. Ты выиграл. Где я был быстрее, пацаны, напомните, сука, надо запоминать. Я буду координаты координироваться, координации сохранять. Сейчас, секунду. Да, мамулечка, что? Я покакал сегодня, пописал, да. Да, мамулечка, я пописал уже и покакал, покушал, да. О боже, сейчас это хуйло придет. Уборщик Путина активирует обычный уборщик Путина активирует да. Из паутины за 35 рублей. По-моему, я вот сюда шел. Да, я здесь был, родные мои. Не, нихуя тут тупиковый период. Короче, активирует приготовленная еда за 15 рублей. Во, все! Все, работаем! Марс Локи активирует очистить инвентарь и убить за 3000 рублей. Ёбаный пи***р. Спасибо, ну ты долб***. Это убрать надо! Мне осталось 15 минут, я один раз нашел, но не успел убить, потому что нечем было, кирки подходящей не было. Шахтерский бах, это, конечно, ну, дело-то разумное, но в твоем случае это не поможет. Сейчас, спасибо. О! Маршалоти активирует дебаф зрения за 300 рублей. Ну, ёб***, сука. Я так делать. Я твою мать еб... Привет, Валера, меня зовут Денис, я новый стример. Можно я попробую подсесть к тебе? Иди нахуй. Модератор здесь, это... Сейчас сначала я трек послушаю. Модераторы, обращаюсь к вам внимательно. Вслушайтесь в мои слова, если кто-то будет смеяться сейчас, какой-то ублюдок. Ну, а я знаю, они сейчас специально на зло будут смеяться. Это, блокируйте, пожалуйста, можно? Громко не кричите с берегов Самары Сити. В уши вам летит этот трек, братите. Если рядом дети не сидите, к ним идите, в руку их возьмите. Громко не кричите с берегов Самары Сити. В уши вам летит. Сейчас водку покажу. Аккуратно опустите ванну, ваши дети. Немного полежите, полотенчиком протрите.
нормальный трек. Ну, не, ну, хуйня, как обычно, ну, держишь планку, Коля, хуйта. Не, нормально, пойдет. Если бы не я, конечно, слушать было бы нереально. А так пойдет. Вот, ну, сейчас просто лето будет скоро. Сейчас весна, уже просто длинные волосы, они же неудобно, как бы. Вот, решил, что называется, вступить в весну, в лето, чтобы ну, не мешало, ничего на голове не болталось. Еще, ну, я как бы просил барбера, чтобы он букву М сделал, типа, чтобы смотреть прямо, чтобы буква М, типа, была, типа, москвич. Я смотрю на это все и знаешь, что думаю? Всем похуй вообще. Да я просто перну и уйду тогда. Давай попробуй, родной. Попробуй, что ты, рискни. Понятно, понятно все. Ну, я не буду даже ничего говорить. Понятно. Бан.